Доброе утро, наступила пятница, и значит самое время обозревать наш югорский интернет. По традиции начинаем с новостей. Одной из популярных и обсуждаемых тем в социальных сетях Югры на этой неделе стали интернет-пользователи старше 55 лет. Только за последний месяц они скачали более 1 терабайта данных, а это всего на 18% меньше, чем молодое поколение. Самые активные пользователи живут в селах и поселках Югры, в Октябрьском, в Светлом, в Унь-Югане и в Излучинске. Наверное, это хорошо, что старшее поколение осваивает интернет. Это информация, а информацию получать вовремя – это замечательно. Теперь получаем информацию из видео. Вот что я нашел на этой неделе. Хорошо им, не нужны визы. Помыться решил. Горячая водичка. Точно, в нефтяном краю живем. Даже мыться можно в черном золоте. То чувство, когда октябрь очень похож на январь или февраль. Такого, если неожиданно встретишь на улице, точно можно коньки отбросить. Кстати, знаешь, где столица майнинга в России, Мить? Ну, где? Ханты-Мансийск. Да? А почему не Майнинтогорск? А потому что он проиграл Ханты-Мансийску вместе с Серверодвинском. Видео имеет свойство заканчиваться, поэтому снимайте больше, снимайте чаще, желательно горизонтально, как я всегда прошу. Отправляйте нам, делитесь с друзьями, все посмотрим, все покажу. Хороших вам выходных и не болейте.